Здравствуйте, туристы-милитаристы. Миру мир, нет войне. Очень коротенькое видео. Приглашаю вас завтра, 27 октября, в 10 утра по Таллину. Другого времени у меня просто нет, не получается. На прямой эфир. Ну, у кого получится, я с удовольствием, как говорится, вас приглашаю. Добро пожаловать. Формат будет. Блин, нравится мне это... Мора, и прошу прощения за то, что я здесь слюну сглатываю. Так вот, приглашаю всех. Формат будет исключительно 18+, поэтому женщинам, детям и ранимым искренне рекомендую. Специально постараюсь какой-нибудь интересный завтра нож с утра опубликовать, как обычно в 4 утра по Таллину, чтобы вам было интересно. Я рекомендую посмотреть какое-нибудь нейтральное видео, потому что формат прямого эфира, как вы знаете, у меня 18+. Так что приглашаю всех. А теперь, пользуясь случаем, раз уж сегодня 26 у нас число, хочу сказать пару слов. Дорогой Шрек, от всей души поздравляю тебя с днем рождения. То есть для всех я уже сказал, сейчас персонализированное такое послание. Ты очень замечательный человек. На самом деле я горжусь тем, что я с тобой знаком. Я горжусь тем, что мы с тобой прошли, как говорится, какой-то отрезок наших жизненных путей вместе, в одной связке. И... это очень здорово. Я тебе желаю здоровья, я тебе желаю всяческих успехов. И самое главное, конечно же, мирного неба над головой. Сейчас это не пустые слова. И я очень надеюсь когда-нибудь с тобой встретиться. Я знаю, что ты великом, как говорится, свои легкие поставил на место. Поэтому я очень надеюсь когда-нибудь с тобой встретиться снова в караоке и послушать замечательные твои песни. С днем рождения, с днем рождения, дружище. А всех остальных завтра жду на стрим. Пока.